В связи с этим 27 марта с 8 до 15 часов будет ограничено движение автотранспорта от зоны старта-финиша Сочи-автодром, далее по улицам Триумфальная, Перспективная, Голубая, Морскому бульвару, Олимпийскому проспекту до стадиона Фишт. Спортсменам предстоит преодолеть одну из двух дистанций – 5,5 километров по трассе Формула-1 или маршрут длиной в 21 километр по территории автоспортивного комплекса и улицам Олимпийской деревни. Пробежаться по автодрому могут все желающие от 10 лет и старше. К забегу на полумарафонскую дистанцию допускаются жители и гости Сочи от 14 лет. Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться и иметь на руках справку допуск от врача. Полумарафон Сочи будет проводиться уже третий год подряд. Ожидается, что в забеге примут участие около 3500 участников. Это самое масштабное мероприятие для любителей бега на юге России.